мы видим, что информационная борьба, информационная война, которая ведется против России, уже и рухнул главный форпост, и главный маршал поражения этой информационной войны уходит из политики, это президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама. Мы видим, что меняется отношение к России во многих странах, в том числе и в Соединенных Штатах Америки. Мы понимаем, что абсолютно меняется формат работы, но при этом мы видим, что заказчики остаются те же. Мы видим, что Европа не может не скрежетать зубами, когда видит наши успехи военно-политические. Мы все это понимаем, и сейчас мы обращаемся в очередной раз к руководству Франции. Мы знаем, что прекрасные политики есть, мы абсолютно поддерживаем курс Мари Ле Пен, но мы не можем поддержать той позиции, которая есть у таких журналов, как «Шарли Эбдо».